Экскурсии по Российскому университету дружбы народов – это не только интересно, но и познавательно. Особенно для учащихся 11 классов, которым необходимо определиться с выбором вуза. Такие экскурсии проводит Центр довузовского образования «Уникум», созданный на базе РУДН. Мы делаем акцент именно на подготовку к ЕГЭ. Но сейчас, вот последние 2 года, мы поняли, что, конечно, ЕГЭ – это важная часть подготовки, но еще и нужно работать с абитуриентами в каком направлении? В смысле профориентации, в смысле подготовки к обучению. На очередной экскурсии будущих абитуриентов принимал факультет гуманитарных и социальных наук. Ребят знакомили с особенностями обучения в университете, рассказывали о кафедрах и направлениях подготовки. Мы прошлись по нескольким кафедрам. Во-первых, кафедра теории истории международных отношений. Она традиционно вызывает большой интерес. Кафедра социологии, кафедра государственного муниципального управления. Заглянули на эти кафедры, посмотрели, какие там, как работают преподаватели, как они встречаются со студентами. Конечно, абитуриентам было интересно познакомиться с жизнью факультета, потому что они не знают ничего. Не знают, кто такой декан, что такое кафедра, кто такие тьюторы. Поэтому мы им рассказали об организации учебного процесса сверху донизу. Я узнала, какие тут есть факультеты интересные. Какая обстановка, как все происходит вообще, как люди учатся, какая атмосфера тут. Очень интересно. Ребятам показали документальный фильм о факультете гуманитарных и социальных наук и вручили памятные сувениры – значки и ручки с символикой университета. Такие экскурсии помогают определиться не только с профессией, но и с выбором учебного заведения. Давид Сугунян, Анастасия Спицына, Жуканан Масена. Новости ТВ РУДН.